Но с победой такой тяжелый. Как оценишь? Стыдно, блядь, за такой футбол. Первый тайм такой классный и хорошо играли, на момент создавали. Второй тайм у нас всегда не удается. Я не знаю, что делать, надо как-то с этим работать. Не знаю. И у Феди сегодня игра не получилась. Но он нас до этого спасал, поэтому в этой игре получилось, что мы его спасали. Ты отличился сегодня. Ну что? Ну, какашка, гол какашка. Но главное гол, это не важно. Главное победа. Какое вот может быть сейчас быть отношение вам к Багдасару, потому что очень много негативных откликов в его сторону. Да, блядь, ты себе про Багдасара еще я обсуждал бы, брат. То есть нечего сказать. Вот если бы не эти два удаления, мог бы быть исход матча чуть другим? Ну, игра просто по-другому сложилась, но я не думаю, что она бы все равно была в нашу сторону. Иногда даже удаления, они мешают и команде, которая в большинстве остается, поэтому... Мы до его удаления хорошо играли. По моменту снимаем, когда ему могли дать. Я не смотрел вообще. То есть не видел. На другой стороне было, а видео не видел вообще.